Продолжается пробивка Зимника до села Березовка в Среднеколымском районе. На сегодняшний день осталось пробить 85 километров, работают 6 единиц техники. По данным запасов топлива в котельной Березовке осталось до 10 марта. Работники ЖКХ заготавливают дрова. Ожидается, что дорога к селу пробьется через дней 5, после чего Министерство ЖКХ отправит десятки единиц техники, загруженные углем. Все трудности, которые были, уже решены. Сейчас будут делать дорогу, уже пробиваться. Задействованы 2 единицы тракторной техники. До села Березовка планируется пробить дорогу до конца этой недели, начало следующей недели. Остатки угля в селе Березовка имеются до пробития дороги.